Здрасте, пиво. И открой сразу, пожалуйста. Секунчики. Ни разу их не видела, правда, за все пребывание. Но говорят, они есть. Медведь. Я никогда не был в Перми, и это мой первый раз. Ну, самый высокий скалодром в России. А, нет, блин, вообще я не выходил никуда особо дальше отеля и зала. Дошел от гостиницы до сюда и больше ничего не видел. Надеюсь, завтра немного погулять и узнать, что такое Пермь. А, еще надо? Норм, город. Пенка со средним трением, не знаю. Пицца. Скалодром, скала, трибуны, хороший трасс. Ничего пока, ну ничего больше сказать не могу, потому что ничего не увидел. Чище. Быстрее, быстрее. Рискованнее и шикарнее. Быстрее, выше и веселее. Быстрее, выше. Хочется сказать ловчее, но я не знаю, есть такое слово или нет. Мощнее? Круче. Табло зеленое. Резче. Красивее. Элегантнее. Быстрее, выше, добрее, позитивнее, веселее, круче. Точнее. Увереннее. Глубже.
нужно, чтобы совпали все факторы? Наглость, напор, целеустремленность. Это правильное восстановление. Не отказывать себе в удовольствиях. Трудолюбие, уверенность, желание. Тренировки, мотивация. И это умение анализировать как свои успехи, так и свои ошибки. И наслаждаться тем, что ты делаешь. Ну, можно перечислять долго, давайте ограничимся этим. Когда надо, можно чуть-чуть, а так лучше не стоит. Кто ноет, тот не лезет. 100%. Не ныть. Потому что это бесполезная трата времени. Ой, ну потому что это только мешает. Не ныть. Это некрасиво. Ну можно, но не стоит. Так веселее будет, а остальным? Никогда не помогает. На своем опыте ныть и работать больше. Я считаю, что не ныть. Абсолютно точно. Все переносить лицом непоколебимо. В позитиве все более успешно получается. Я ною. А кому как удобнее, там, сами решают. Наоборот, надо других составлять. Thank you.
Мне лучше сесть? Не-не-не. Меня прям врасплох поставить с такими вопросами. Не ошибаюсь тот, кто делает, что любит. Кто не пьет? Можно помощь зала? Не ошибаюсь тот, кто не пробовал? Продумывает все на 100 шагов вперед. Тот, кто никогда ничего не пробует и не делает. Я такого вопроса не ждал. Много тренируется. Ошибается тот, кто выигрывает. Уже все испробовал. Тот, кто делает не то. Кто не ошибается? Тот, кто Станислав Кокорин. Не ошибается тот, кто Алексей Рубцов. Thank you.
кто же его знает? Счастье в горах, на скалах. Ну, вообще, для меня, наверное, в Тюмени все-таки. Внутри каждого. Счастье за скалами. Или на скалодроме. Где вам больше нравится? Там и будет счастье. Вот у меня вот здесь.